Всем здорова, вы на канале обзор экономических игр с выводом денег, и сегодня 22 мая я расскажу про игру «Старая мельница». Это игра от админа мебельного магната. Мебельный магнат работает уже почти год, с 14.06.2016, и стабильно выплачивает. Админ открыл вторую игру, которая работает уже 20 день, и пополнено уже 77 тысяч, а выплачено всего 12 тысяч рублей. Играют всего в игре 1745 человек. И админ гарантирует 90% выплатить всего резерва. Я с ним общался, очень адекватный человек. И игру он сделал очень долгоиграющей, так что здесь можно заработать. Давайте зайдем в аккаунт. При регистрации вам дается первая мельница в подарок, которая стоит 5000 монет. Зайдем в профиль. Здесь я пополнил на 510 рублей. И приобрел себе вот эту мельницу за 45 тысяч рублей монет, то есть, и еще одну за 5 тысяч монет. Смысл игры таков: вы покупаете мельницу, потом переходите в зерно, покупаете зерно, в зависимости сколько вам нужно тонн. То есть 50 тонн стоит 111 монет, одна монета это 450 килограмм. Так, мои мельницы мне требовали 486 тысяч килограмм. То есть это я купил 500 тонн. И мне хватило, вот, чтобы запустить процесс производства. Получается, здесь прибыль можно собирать каждые 10 минут. Давайте соберем прибыль. Вы собрали 216 тысяч килограмм на молотой муки уже. Получается, потом эту муку уже можно продать на... Так, продажа муки. На монеты эти обменять. Сколько у меня есть муки? Получается, у меня 216 килограмм. 20 тонн, 40 тонн. Так, 100 тонн. Так, а сколько у меня тонн? Так, вот столько, наверное, так, продать. Вы продали 200 килограмм муки. Заказать продажу муки или вывод с бонусного счета вы можете через 2 часа. Так, сумма рублей на Payeer выплачена. Так, зайдем в аккаунт. Так. 9 рублей 90 копеек с проекта «Старая мельница». Проект платит. Также здесь есть элеватор. Это как лотерея. Здесь можно выиграть, получается, зерно для того, чтобы запустить мельницу. Всего есть 3 вида блоков элеватора. Подробнее о элеваторе можно вот здесь посмотреть. Элеватор принимает у игроков партии зерна на хранение и обработку. После получения 10 партий происходит обратная выдача зерна. Однако одни участники ничего не получают, а другие получают больше, чем сдавали первоначально. Это вкратце. То есть это как лотерея. Вы пополняете, в какой блок вы хотите, и уже получаете потом прибыль, либо проигрываете. Также есть чат. Здесь можно пообщаться с другими игроками, либо с админом. Давайте зайдем еще в аккаунт. Я расскажу про реферальную систему. Здесь можно приглашать людей и получать от них прибыль на вывод. То есть первый процент 8 вы получаете от первого уровня, и от второго вы получаете 2%. Вот такая вот игра. Также есть бонус. Это от 90 до 450 килограмм зерна каждые 6 часов. Моя ссылочка для регистрации в игре будет в описании под роликом. Регистрируйтесь и зарабатывайте. Всем спасибо, всем пока.